охота на вальшнепа. Сегодня нам предстоит охота на вальшнепа. Покажем вам всю эту красоту, которая сейчас творится в лесу. Ясная выпала солнечная погода, морозный такой будет вечер, ночью будет где-то минус 3-4 градуса передают, и сейчас уже так вот близится к заморозку, будет прохладно. Дышится легко, хорошо, в преддверии налетов вальшнепа. Прошел год после последней охоты, и сейчас большие надежды на эту вечерку. Ну, ружье буду расчехлять чуть позже. А сейчас все сниму и хочу вам рассказать о своем новом костюме от компании Remington. Костюм, шапка, перчатки. В общем, все сейчас на мне, даже нательное белье от компании Remington. Вот так это все выглядит на мне. Комфортно, удобно. И, что немаловажно, одноцветно. Так я и выбирал. Хотелось, чтобы все это было как-то в одном цвете и красиво смотрелось. Потому что охота охотой, но эстетику никто не отменял. То есть все должно быть красиво. Штаны имеют, как я говорил, множество регулировок. Внизу, здесь на суставе, на коленном. Также хорошие карманы боковые. Здесь карманы. Как всегда, карманами штаны не обделены. Карман, то есть с этой стороны, здесь нету. Регулировка. То есть самих штанов, вот как на мне сейчас ремня нету, пожалуйста, отрегулировался и без ремня, ничего не слетает, все в порядке. Про куртку. На самом деле все эти вещи очень легкие, практически ничего не весят. И это комфортно, удобно, ты, то есть, не обременяешься другим весом, да? А мембрана работает, и поэтому у ней тепло. Про куртку что сказать? Куртка, как всегда, в том плане, что очень много тоже регулировок, все регулируется. Регулируется и сам капюшон. Как хочешь, так под себя и отрегулировал. С внутренней стороны тоже все утягивается, регулируется, подгоняется. И то есть это можно сделать достаточно комфортно для себя. Высокий воротник, большой достаточно башлык, сзади капюшон. Также здесь на липучках рукава застегиваются, утягиваются. Карманчик сбоку под какие-то мелочи, может быть, под телефон или, может быть, под патроны, что-нибудь еще. Здесь под нашивку, если есть какие-то предпочтения у кого-то, тоже вот имеется такая штучка. Ну и два кармана на груди. Право, лево. Также два кармана сбоку. Достаточно больших. Удобно, руки положил. Тепло. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией по данным вещам от компании Remington. Рюкзачок. В рюкзачке только чай, поэтому рюкзак сегодня легкий. А чай нужен обязательно. Это же вальшнеп. На этой охоте чай, пару глотков, это нужная вещь. В лесу классно. Время без 10:08. Самое то. Погода ясная. Морозная, я уже говорил. И поэтому вальшнеп, я думаю, сейчас в самом начале должен как раз где-то 8 часов начать лед. Ну, вспоминая предыдущие года, как это было. И вот думаю, что где-то часиков 8 должно начаться движение.
Посмотрим. Сейчас девачный сначала пролетит. Возможно, туда перестроимся. Ну а так, место это проверенное. Место классное, рабочее. Здесь я добывал птицу и не раз. И сам добывал, и мы с братом здесь охотились. Хорошее место. Здесь вот прогальчик вот этот, раньше дорога была. Тут массив. И здесь тайга начинается. И вот этот треугольник вот сюда вот выходит, самый угол. И вальшнеп не обходит это место стороной. Дробь. Седьмой номер. Седьмой. Бесконтейнерное био. Написано на патроне. 32 грамма. Чейс это у нас. Ага. С прошлого года остался, кстати. Я в предвкушении, если честно. Даже слышно, вот на такой мороз тянет, ну, что будет прохладно. Собаки как в деревне лают, да? До деревни, наверное, 3 км отсюда. И даже здесь слышно. Чаю надо налить. Пока шел сюда, один момент был такой, что это показалось, что вальшнеп пролетел циркл, но... Нет, потом я остановился, прислушался, нет, не было еще никого. Я говорю, самое начало, еще прохладно. Снег, конечно, согнал, в этом году немного снега было, но вот все-таки, как сказать, уже он в любом случае прилетел вальшнеп, но я еще не слышал, не видел. Но есть некая такая настороженность, как всегда, когда первый раз на тяге. То есть прилетит, не прилетит, прилетит, не прилетит. Пять минут девятого. Но вчера был очень сильный ветер, порывы до 26 метров были в секунду. Прям сильно дуло, дождь был. И сегодня вот он, даже сейчас еще дует ветерок, но уже все затихает, потому что на мороз. И пока тяги нету. Может быть, из-за этого, что из-за плохой погоды вот сейчас тяга начнется именно чуть позже. Чем я ожидаю. Но пока вообще тишина, никто не пролетал. Ну, как всегда это будет. Тут в один момент. Как по щелчку. Тяга началась, маленько разволновался, но ничего, все впереди. Он еще, не, это не он, один прошел сзади, получается, здесь, и один так подвернул удачно на меня, но не получилось добыть. Прошел еще один, но на соседней полянке. Так было перспективно по звуку, налет шел вроде как сюда на меня, но
последний момент отвернул и где-то там закружил. Хоркл, циркл, все как полагается. Блин. И недалеко вроде. Надо успокоиться. Сильно хочу добыть. Сильно хочу добыть. Далеко идет. Ай, да я молодец! Показалось, что второй прошел. Такой выстрел шикарный, блин! Ну здорово, все, успокоился, выдохнул, расслабился, настроился и добыл, Здорово. Так, вальшина пока пускай лежит, подберу позже, я четко вижу место, где он упал. Пока отстаю, еще буду стоять. Да. Классно вообще. Фу. Все, пойду подбирать вальшнепа. Совсем уже стемнело. Еще видно, но я уже не люблю в такой темень стоять. Нет того удовольствия видеть, надо птицу. Пойдем забирать. Вот он, вальшнепок. Попадание какое стильное, крепкое, крови. Ну что, первый вальшнеп сезона, первая птичка. Здорово. Было у меня три реально классных налета. Один получилось реализовать. Ну, это первая охота, первый выезд. Самое начало. Ух ты, вымазался. Самое начало и волнение сказывается, волнение, столько времени прошло, эти первые охоты, они всегда такие нестабильные, скажем так. Ну, 5 выстрелов я сегодня сделал, птицу одну добыл, прекрасно провел время в лесу на тяге. Охотитесь с нами, охотитесь сами. Пока!